Итак, всем привет! И сегодня в этом видео я вам расскажу, как можно заработать на майнинге криптовалюты совершенно без вложений на своей видеокарте и на своем процессоре, который у вас в компьютере. Значит, переходите по ссылочке внизу. Первое, что вы увидите, это вам необходимо зарегистрироваться, да? Также выберите язык, русский, тут вот он. Выбираю язык, да, ну тут все понятно, что нужно. Я уже зарегистрирован. Нажимаю «Войти», ввожу свои данные. Нажимаю «Войти». Так, следующее, что нам необходимо сделать, это скачать программу. То есть на это пока что не смотрите. Нажимаем «Загрузки». Вот, и тут выбираете для своей операционной системы, которая у вас стоит. У меня стоит Windows 10 64-битная, да. И вы, то есть, посмотрите, какая у вас тут тоже вот для семерки 32-битной. То есть, нажимаете «Скачать для macOS, Ubuntu, Linux и Fedora», тоже, по-моему, Linux. Значит, скачиваете программку. Да, сейчас посмотрим, какая у меня разрядная система. Свойства, значит, смотрим, да. У меня 64, то есть на мой компьютер правой нажимаете, чтобы посмотреть свойства, и тут будет у вас написано. Так, далее же. И выбираю десяточка 64, скачать. Все, полетел архив качаться. Весит он 11 метров. То есть, да, сейчас нажму на паузу, как загрузится, покажу дальнейшие действия. Так, ну что же, программка скачалась. Вот она, я ее открываю. Жму «Далее», «Принимает лицензию», тут все делаете так же, и нажмите «Создать иконку на рабочем столе», да, ярлычок «Далее», выбираете путь, все, «Установить», и она устанавливается, программа. Довольно-таки быстро, и нажимаем «Запустить мини-гейм». Готово. Вот у нас появилась иконочка. Ждем, пока программа запустится. Вот. И открывается вот такая вот у нас программулина. Что нужно делать следующее? Значит, здесь вы видите такие вкладки. Вот «Start Miner» и «Wallet», кошелек. Здесь у вас все отображаются, все ваши, значит, валюты, которые есть. И также их можно добавить. Вот VEF, называйте «Вид». И выбираете, какую валюту хотите добавить. Вот, то есть, видели, да, вот это добавилась валюта. Далее, то есть, еще QCDN, какая-то тоже непонятная криптовалюта добавилась. Так, что делаем следующее? Смотрите, Logs, выбираем. Ага, это лог, это нахуй не нужно. Значит, мы заходим в майнер, да, у меня тут уже все запущено. И мы видим вот такие вот окошки. Тут, конечно, нету, как сказать, биткоин-валюты, лайткоин-валюты. Здесь есть байткоин-валюта, дашкоин. Тут еще всякие разные. XNDR, EMR и прочее. Значит, что вы тут видите? Вот такие вот старт майнинг. Это CPU майнинг. То есть, это майнинг, но на вашем процессоре, то есть какой у вас процессор стоит, четырехъядерный, двухъядерный, то есть тут выбираете, да, у меня стоит четырехъядерный процессор, да, можете его посмотреть в свойствах компьютера, диспетчер устройств, открываете, да, в диспетчере устройств открываете и смотрите процессоров, сколько у вас, если вы не знаете, то есть, да, у меня их 4. 4 процессора, то есть я могу смело заряжать 4 процессора. Также вот это GPI майнинг, это майнинг на вашей видеокарте. То есть я нажимаю, какую валюту я хочу. Вот у меня вот эта валюта, я нажимаю Start Mining. И тут я вижу, сейчас она появится, нажал хэши, то есть скорость в секунду, сколько зарабатывается. Тут отображается баланс, то есть сколько сейчас, вот, 7, короче, 7 биткоин,
байткоин валюты и 18 у меня еще не пришли на баланс. И также я нажимаю, у меня доступно, можно майнить на видеокарте, я нажимаю старт, то есть да, тут у меня больше. Но для некоторых валют, вот как тут, к примеру, не подходит, not available. На других есть. И она собирается, смотрите. Далее заходим на сайт, и тут можно, вот главную панель заходим и смотрим. Мой баланс. Я уже заработал 134 вот эти байткоина. Это, грубо говоря, сколько? 14 тысяч или сколько? Или 1400? Так. Сейчас посмотрим, сколько я заработал биткоина. Да, ее можно тут смотреть. Значит, в долларах, то есть это 0,06 доллара, и в евро это 0,065 евро. То есть биткоин это пока непонятно какая-то сумма. То есть 42 копейки я заработал, но это буквально, там, я не знаю, за короткий промежуток времени. И они каждый раз здесь увеличиваются и работают. То есть, да, 7,41 уже. Оно потихонечку набирается. То есть, да, и можем посмотреть, что у нас. Диспетчеры задач, производительность у нас, все 4 процессора заняты, память тоже занята. То есть, как бы, но тоже, если на долгое время хотите запускать, то используйте, конечно, поменьше. То есть, если у вас 4-ядерник, ставьте 3, чтобы у вас не сгорел крамп, нахуй, если на ночь оставите. Хотя хуй, может, у вас там и хорошо крутит вентиль. Вот, и смотрите, что теперь тут можно их вывести. Давайте с вами делаем. Я набрал минимальную сумму, да, вывод. Количество, то есть тут 134 у меня. Минимальное количество тут, к примеру, это вывод 100 был. Значит, давайте сейчас, где бы нам создать. Теперь нужно найти, где можно продать вот эту байткоин. То есть это не биткоин, это байткоин валюта. Тут их много, да? Манера, фантом коин, то есть всякие разные. Давайте я нашел биржу, где продать этот байткоин. Поменять ее, нажимая создать аккаунт. Создать аккаунт. Вводим данные. Твою мать, блядь, пока найдешь, нахуй. Вот. Он. Надо, наверное, я думаю. Вводим пароль. Я не робот, капчу. Вводим, нажимаем игры и создать аккаунт. Теперь надо подтвердил свой e-mail. Теперь вхожу в свой аккаунт. Так, 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 Сингин. Ага, и все, я в своем аккаунте. Что теперь мне тут нужно сделать? Deposit and withdrawals. Вот он, байткоин. Мы нашли. Сгенерировать нам нужно вот этот payment it, значит, копирую. Этот адрес, захожу в Minergate, блять, нажимаю вывод, этот адрес, всю сумму, которая есть, и it нужно тут также взять, его вот нажимаете сгенерировать, он вызвался уже сам, выбрался, нажимаю, окей, и жму вывод. Так, тихо-тихо-тихо, назад, главная панель, захожу, историю вывода, статус, да, то есть, пока что они еще здесь, история вывода,
Вот, да, статус отправлено, пишет, что 134 было отправлено. Давайте посмотрим тут. Это не то. Вот, значит, видите, значит, мои 134 баткоина пришли на биржу. Заходим в Exchange. И что мы теперь делаем? То есть тут мы можем выбрать, значит, продать вот эту хрень. Значит, эти байткоины и получить биткоины, продать эту хрень и получить мани, как я не забыл. Короче, вот такую мани, валюту. И получить доллары. Я же хочу получить биткоин. Поэтому я ищу здесь, значит, в этом списочке BCN. То есть продать, да? Вот я нажал, отобразилось. Значит, график, по которому продаются. И здесь мы что видим? Здесь за сколько продают, здесь за сколько хотят купить и какое количество. Я ставлю цена. Будет 11, так как тут 12. Чтобы у меня оно быстро продалось, нажимаю всю сумму, вот, которая у меня тут отображается. Вот, всю сумму. И получу 1482 биткоина. Если больше, то 1600. Давайте поставим 11.5. Такое не бывает, да? Снова начинаем просматривать биржу Poloniex и майнинг на видеокарте и процессоре. Да, как видите, у меня сейчас есть 1800 байткоина. Я их намайнил. То, что я, когда первые суммы продавал, здесь комиссия на этой бирже, да как и впрочем на всех остальных, которые я искал, 10 тысяч биткоина за перевод на ваш биткоин адрес будет взято. То есть, ну да, как и везде, собственно говоря. Поэтому я продолжал майнить и сейчас продам сумму вот эти байткоина, обменяю на биткоин. И думаю, мне хватит, чтобы нормальную сумму вывести на свой блокчейн кошелек. Значит, я ставлю, что продать всю сумму, которая у меня имеется, и по цене сейчас посмотрю. То есть все продают по 12, да, сел, как видите, по 12.00.12 цену все ставят, как бы 11 тут мелькает. Ну давайте попробуем все-таки поставить сел. Я получу 21852 биткоина. Нажимаем. И мой ордер создан. Он у меня отображен. Он здесь висит. Что его хотят купить. И теперь остается только ждать, да, когда нас его купят. Может быть, он у нас тут отобразится. Хотя нет, давайте. Будем ждать. Что же, прошло небольшое количество времени, и как видите, мой ордер продался, да, то есть внизу тут пишут мои открытые ордера, и у меня нету. Вот, зато у меня есть 32 тысячи биткоинов. Теперь мы их будем выводить. Значит, заходим в депозиты Minerals. Да, нажимаем Hide Zero Balance, ну, то есть скрыть те кошельки, на которых нет денег. Мы видим 32101 сатоши. Так, сейчас я копирую свой биткоин адрес. Копировал свой биткоин адрес, пишу его сюда. Значит. И сумму, ну, я хочу вывести всю. То есть, да, видите, что комиссия здесь 10 тысяч биткоина. Давайте зайдем. Сейчас зайду в свой блокчейн, в свой кошелек. Да, давайте посмотрим, какой у меня тут баланс. Значит, 5752 тысячи или 0,2 биткоина. Да. Ну что ж, давайте отправлять. Все. Нажмем. Как бы вот это мне, конечно, хорошо. Мой кошелечек. Копируем адрес на биржу, ставим, все,
и нажмем выплата. Вот. И тут нужно подтвердить свой e-mail. Хотите выплатить на этот адрес, то перейдите по ссылке. Переходу. Перешел и наплатил. Выплата была принята. Да? Давайте нажмем выплатная история. Нажмем Hide Zero Balance. И вот у меня выплата. Нету. То есть вот она. Отправлена. Статус. Отправлена. Зайдем в биткоин. Посмотрим, что у нас тут имеется. Вылетели. Я думаю, она не прям так сразу. Кэпс выключен. Так, зайдем. Что тут сразу, что она так быстро придет? Да вряд ли. Будем ждать, и как она придет, я вам покажу. То есть, смотрите, последняя выплата 161 рубль у меня была. Это 0.05 биткоина я получил. Тут же мы должны получить 0.003. Ну, пока что нажму на паузу. Что, народ, не прошло буквально даже и двух минут, как у меня уже, как видите, на мой баланс пришли мои средства. Но она еще не подтвержденная транзакция, и я получил, как я отправлял 30, десятку взяли комиссии, и смотрите, 22 тысячи биткоина мне пришло на мой кошелек. То есть посмотрим тут, все, транзакция подтверждена. То есть, надеюсь, данное видео было вам полезным, да. Регистрируйтесь, ссылка внизу в описании, и собирайте байткоины и меняйте их на биткоине на бирже. Если что-то будет не получаться или возникнут какие-то вопросы, пишите свои комментарии, я буду все подробно рассказывать, ну и стараться помогать вам в ваших проблемах. Всем спасибо.